что, всем доброе утро. Хотя у нас уже обед. Сегодня мы вышли на сон Оливкин дневной. Тёмка вызвался со мной идти сегодня. Сейчас она спустится. Правда, форс-мажорчик тут небольшой произошел. В туалет захотел Тёмка. Сейчас назад Арина его заберет. Сходит в туалет, и мы пойдем. Малышка дома еще заснула. Пускай спит. Мы прогуляемся. Сейчас она быстренько. Сейчас, потерпи чуть-чуть. Быстрее будет. Угу. Ну, еще одна. Вот, скажи, кот, мы помним. Так. Иди, Тёмочка, вызывай лифт. Я тут подожду. Давай, я жду. У Тёмы сразу заявочки к папе на работу. Приучила их. Еще что, рядом гуляем, сразу на работу к нему идем. Ну, ладно, у него работа такая, что можно и сходить в гости ненадолго. Все, добрались. Ну, правильно, ты ему поставил один раз на этом телевизоре клипы. Вот он и просит. Я думаю, не надо ставить. Тёма, мы пришли играть на улицу, а не у папы песни смотреть. Нетушки. Рок-н-ролл. Папа придет вечером, будешь слушать. Любопытный. Замок на окно. Ну, нельзя открывать, это надо продать. Как не открыть и продать им потом. О, нула! Даже папа, ты что мне прячешь? Что там, имбирь купил? Ну, понятно. Корень драгоценный, видимо. Я бы хотел попить сейчас. Тёмка, а чего дома не рисуешь? Не так интересно, да? У папы рисует, дома не рисует. И что ты там рисуешь? Тебе надо пенал на свою личность сделать, чтобы у тебя тут свое было дома. И тогда, может, рисовать начнешь? А то у них все общее накидано там в гору. И может быть, а им и неинтересно. Вот когда там попочку отставил, очень сладко спит. А мы тут кое-кого увидели. Идем домой с магазина. Ого, гуляет. Говорит по телефону и пьет чай. Вот так вот. Тёма, смотри аккуратно. Блин, оно уже капает. Тебе надо снизу его подкушать. Все, нам бы домой дойти. Ню. Купила молока к шарикам нашим шоколадным. Моментом съедают эти сухие завтраки. И водички. Чуть ли не каждому по бутылке, чтобы отдельно пили. Ну и, конечно же, как же без сладкого выйти с магазина, да, Тёма? Папа. Это невозможно. Хоть что-то, но обязательно придется купить. Иди ко мне, скажи, мы проголодались. Ну что, у нас пришло время покушать малышки. Смотри, какой цветок Тёмочка сорвал. Для Арины с клумбы содрал. Так, держи. На. Сколько говорю, не рви, и все равно рвет. Я говорю, на клумбе будет намного дольше радовать нам своей красотой. Ни в какую, скажи. Да? Ням? Будешь? Так, у Оливочки сегодня... Опять зеленая гречка. Я сварила ее. Немножко медика, соли и сливки 10% добавляю. Ну, немного. Для чтобы калорий не было. Кашка. Очень вкусно, кстати. И блендером взбиваю. И у меня каша. Проголодалась, думаю. Ну, я люблю рисовую кашу сладкую. На молоке, либо со сливочным маслом. Ну вот, кушаю заодно вместе с малышкой. Так, ням-ням. Ой, боже мой. Очень вкусная, кстати, зеленая гречка получается. Так что всем приятного аппетита. У нас время обеда. Покушаем кашу. А утром была грибная пицца на завтрак. Потеряла цветочек. На, держи. Держи. И
Семейкашка. Вот. Вкусно тебе, малыша? Вкусная каша, скажи. Скажи, очень вкусно. Даже мне нравится. Она действительно вкусная. Ну, вот так все будем кушать. Как же похолодало, малыши на улице погулять. Похолодало изрядно. Что это за лето такое? Холодина. Она, кстати, не спит. Да, блин, разбудили. Ветер холодный, надо ее закрывать. Срочно. Сейчас заснят. Навалили кучу всего у нас. Не коляска, я не знаю, что. Это табор у нас тут собрался. Всё, парк может где-то далеко. Я всегда на магазине, как всегда. А то тусуется вечно. Оливочка, засыпай, тебе надо поспать. Все, не знаю, сколько мы погуляем, но гулять тоже надо. Без неба. То есть ты будешь просто прямо, потом тебе все равно надо будет поднять вверх и резко опустить. Но не опускать в самом начале. Угу. То есть вот так вот. Кошмар. Смотри, я тебе троица засела. Вот послушай. Это замри. Раз и на круг. И все, и там уже отдаляешь. Закрываешь и на круг, ты должна быть там. Давай сфоткаем. Томка попросил сфоткать, классно. А куда ты так столько? Да мама! Вот, перепрям. Чуть-чуть! Чуть-чуть! А давай много. Ну давай снимем. Нет. Да. Ай, Томке самолет застрял на дереве. Боже, как холодно, я одубела. Это просто ужас какой-то. Давай, самолет, давай. Ура! Тёмка не хочет одеваться, говорит, ему тепло. Я в ужасе. Ну, Арина тоже раздета. Как им не холодно? У меня кофточка, курточка, и мне холодно. Жесть. Ох, мы замерзли на улице. Все, убежали. Оливка проснулась. Сколько мы на улице? На час погулять силы. Все. Оливочка, замерзли. Шарики игралась. Не дает покоя ей шарик. Все, скажи, забрали. Я его подаю. Ждем папу. А что тебе телефончик мой? Не надо тебе мой телефон. Ждем папу. Мы уже покушали. А кука здесь? И отдыхаем, греемся. Мама, кука здесь два чайка полетела. Ты запустил. Мама сказала, кука здесь два шарика. Откуда чарика? Здесь два шарика полетело? И кука здесь, они прыгают. Откуда они здесь прыгают? И вот так. 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 Это ветер. И вот так. И вот так. Люся, весело? Весело? Ты сейчас лопнешь в шарик? Мама, смотри! Да. Ага. Класс. Кому тут весело, Оливия? Что там парни? Веселять себе, да? Мама, у кого-то спину забита, а у кого-то топ играет. Мама, я хочу посмотреть эти камеры. Выиграл. Скажи, ковриков не напасешься. Ползает везде уже. В общем, мы здесь тусим, а там детишки ругаются, да?
Ай, ругаются мальчишки. Вот теперь я точно понимаю, что нам очень мало места. Это кошмар просто. Тут уже война идет просто за стул. Просто за место, где посидеть. Скажи, моя малышечка. Ну ничего, папа старается, ездит каждый вечер на участок. Что можем, тут делаем. Вот, чтобы нам удобненько было. Итак, всем доброе утро. У нас уже 11:30. Здесь у меня завалялась авокадо со вчерашнего. Вот эти спелые. Никто не хочет просто так есть почему-то. Значит, сделаю соус, что-то наподобие гуакамоле. Вот, помидорки. Там у меня замороженный есть укроп или петрушка. Вот добавлю, наверное, сейчас зелень. Я сблендерю с авокадо, с солью. И лимонный сок у меня еще есть. Добавлю. А помидоры нарежу вручную мелко. И будет такой соус. Вот, этим я и займусь сейчас. А потом буду делать котлеты из гороха замоченного, как я делала. И плюс я еще замочила соевый фарш. Добавлю тоже. Ну, буду показывать, может, немножко. Вот он замоченный со вчерашнего. Здесь горох замоченный. Буду потом все делать. Да, пока малышка играется спокойно. Вот, малышка, я уже кашу сделала, как и вчера. Из зеленой гречки. Что такое? Из зеленой гречки и сливок. Да, двойные карандаши. Ты собрал карандаши все. Иди, выбирай раскраску и крась, Тёмочка. Что? А, там один цвет, а тут два цвета. Да, даже такие есть прикольные карандаши. Да. Да. Кстати, после вчерашнего вечера у нас такой дубак сегодня тоже. У нас закрыты окна. Скажите мне, что это за лето? 3 июня. Или 4 уже запуталась. Солнце светит, но очень холодно. Я вчера замерзла, это просто ужас. У меня руки еще все отогрелись. Мама, смотри. Да. Что? Можно туда сувать это? Нет, я там не помидоры буду взбивать, а этот, авокадо. Вы ж не едите авокадо. Все, ладненько, надо заняться этим, пока малышка не капризничает. Оливочка. Даже что там интересного? Да, не могу достать. Ну что, я почти закончила уже смешиваю все. Получилось очень вкусно. Дети заценили. Вот целая банка. Здесь 3 таких приличных помидорки было. Ну и где-то 2 авокадо. В общем, очень вкусно. Почему я это не делала? Авокадо лежат. Целиком особо что-то уже отъелись, видимо, не хотят есть. Все будет добавочка к основной еде. Вот. И клубничку достала размораживаться. Потом, наверное, измельчу. И будет тоже к чаю. И будет очень вкусно. Очень вкусно. Это же очень вкусно, действительно. Вкусно тебе понравилось? Да. Ну. И здесь надо лайки. Лайк, да. Вот, и вчера я пекла зеленые гречки с какао. Ну так. Очень сладко, но Артур ел. А мы с детской ели только. Артур ел, сказал, нормально, вкусно, да. Я все жду псилиум. Очень жду. Вот приедет псилиум, и я уже буду пробовать готовить какие-нибудь булочки и делать какие-нибудь гамбургеры. Ну, либо хлеб просто. Опять змея, третий раз мне присылаешь, Артур. Нет! Змеюка. Так, ну что, у нас все хорошо, Оливочку я покормила. Все в порядке, она довольна. Итак, целая пачка гороха замоченного на ночь. Да, он мне ночь отмокал, поэтому он будет взбиваться очень хорошо, сырой. Огромный лук и вот это вот чеснок. Сейчас буду чистить, немножко порежу, чтобы хорошо сделать блендером. И сюда посолю. Специи, я не знаю, может, не буду добавлять. Может, буду. У нас смесь специй, тут несколько смесей. Ну, вот это вкусное. Вова просто смесь специй покупает на рынке. Хороших там ему собирают. Ну, из натуральных, такие натуральные специи. И просто соль покупаем, смешиваем. Вот у нас смеси специй. Это острое. Это вкусное. Острое я не люблю. Ну, вот так. Что? Медузы смотришь, что мама тебе связала. Да. Скажи, интересно, какая медуза. Мя-мя-мя.
Держи телефон. Ты закрыл. Вот так держи. Ты закрыл вот этой рукой. Ты закрываешь. Ты закрыл камеру. Все. Не-не-не. Так, ничего не нажимай. Так, все, готово. Я еще кориандра добавила. Темка у меня оператор, ну, как уж есть. И осталось это сбить. Если овощей мало, то я добавляю воды. Ну, таких сочных овощей. Ты фотки делаешь? Запах обалденный. В этом смысле. Так, все, у нас... Да, упала морковка. Получилось такое мягенькое тесто. Морковку натру на терку добавлю и сою. Кто плачет? Все, мне кажется, ты спать хочешь. Сейчас вода сольется с сои. И добавлю тоже туда. И будет вкусный фарш. Кстати, его очень много. Воспринимать это будет нормально. Не знаю, конечно. Ну, во-первых, уже глютена давно нет. О, сейчас мы зайдем в антреплазу нашу. Холодина. Ай, кошмар. Оливушка наконец-то укачалась. Хотела дома сегодня остаться, но не получилось. Оливка не ложится спать. Привыкла, видимо, уже укачиваться в коляске. И все. О, тут построили летнюю эту штучку. О, даже застеклили. Прикольно. Спортмастер откроется скоро. KFC открылся. А что-то они уже это... Красной лентой. Чтоб там не ходить. А. Так, вот что у нас здесь. Не все еще открылось, конечно. Скаут-парк какой-то. В общем, я на втором этаже. Была один раз, но там пусто было. Когда все откроется, надо будет походить. Интересненько. Ну что, я уже дома. Оливка поспала больше 2 часов. Отлично с ней погуляли. Хочу показать, что я Вове купила, нашла. Веганский тартар. Арина уже попробовала, сказала вкусно. Ну, я думаю, Вове тоже понравится. Здесь, правда, в составе есть сахар. Но я говорю, зато пшеничной муки нету, там химозы нету. Хоть он сахар особо не ест. Арина сказала вкусно. Понюхать? Ну, пахнет прикольно, конечно. Не знаю. Ну что, к этому случаю я прикупила немножко чипсов. Солью Лейс мы берем. Вот сейчас попробую. Вот, детишки тоже едят. Вкуснятина. Так, Оливка без меня не может. Оливия. Так, у нас уже 5 часов. Вот это да. Кстати, через час пойдем на улицу. Так вы только что пришли с Оливкой. Ну, уже час прошел. Что? Ну, потому что им же тоже гулять надо. Шесть. Без своей. Ну, так шесть. Нет. Свою эту. В семь это поздно будет, там прохладно. Так, в общем, надо мне скорее пожарить то, что я сегодня... А чего не знаю это? Маленький огонь сделала, так оно совсем ничего не слышно. Под крышкой, чтобы протушивались. Вот. Такие получаются. Пускай. И клубничка разморозилась, я добавила чиа, чтобы как джем такой густой было, и медика немножко. Ну, сейчас измельчу, получится такой джем. Можно на что-нибудь намазывать. А вот на что намазывать пока нет, надо что-то готовить. На это особо не намажешь, и мало уже осталось. Надо коврик постелить, пускай со мной тут будет. В общем, все, буду сейчас готовить. Оливка, я ухожу, она сразу в плач. Ты без меня не можешь, да? Все.